Так, это мы в Сибирь, да? Серого осуждать Сибирь в отношении. Не сидится и дома, блядь. Лара, ты там? Я в убежище. Иона? Иона, если ты меня слышишь, возвращайся. Не пытайся меня искать. Это моя миссия. Надо найти убежище. В смысле, ты, блядь, пришла сюда найти убежище? Охуенно. Кладки вонючие. Куртку нам было потеплять, что ты сколько кожилась. И обушка, и обушка. Не останавливаться. Давай, ты сможешь. Иди. Ну давай уже. Что там? Старый лагерь. Можно костер попалить. Так, так. Нужен костер. Что-то без спичек, без зажигалки, без бензина. Так, соберите ресурс, чтобы разжечь костер и построить убежище 3. Начнем выживание. Окей, забыл, не понял. Ян, ты можешь ускориться, пожалуйста? Нет, ты можешь, ну ладно. Так, должно получиться. На ночь не хватит. Надо еще найти. О, там хамка лежит. Али. Сухой, загорится. Надеюсь. Сухой, это что, оно промороженное, капец. Труп свежий. Мяса нет, но... А вон бегает мясо. Нихуя себе мясо говорит. Нет, а там еще жрать. Назад жрать. В лагерь. Да быстрее ты. Две веточки собрала, тут уже, блядь, хуя себе балладу все забахала. Наши люди прочесывают развалины, Карах. Если артефакт там, мы его найдем. А что с потомками? Продолжают сопротивляться. Но мы скоро возьмем их за горло. Хорошо. Троица в вас верит. Троица. Сначала у нас есть лук. Мне нужен лук покрепче. Да. Хоть бы эта боль не была такой знакомой. Я словно смотрю в глаза старому врагу. Он хочет сломать меня. Хочет, чтобы я просто сдалась и умерла. Но я не сдамся. Не смогу сдаться. Здесь что-то есть, что-то должно быть. Так, иначе троица не полезла бы в этот снежный ад. Надеюсь, что Иона в порядке. Что он смог вернуться. Я не могла рисковать и брать его с собой. Если я потеряю еще и его, я просто не выдержу. Это мой путь. Только мой. Что ты? Нихуя себе, блядь. Рыцарка, блядь.
древний авангард. Ого, это прям сибирский следопыт. О, ничего такое. Ну, в кожанке ты замерзнешь. Это твое. Кого? Небесный ткач. Поздно. Первого открывать. Какой? Вот этот сибирский следопыт. Только хуёво одеты, что сибирский следопыт. Пускай будет сибирский следопыт. Что тут по навыкам? Боец, охотница, выживание. Умения, связанные с исследованием и изготовлением. Мародерство, ближний бой. И так всех отпиздячу, что быстрее ускорять изготовление метательного оружия и боеприпасов на бегу. Находчивый боец, чтобы получить его большого опыта, выводить из строя или убивать врагов самодельными при переносными предметами. Зажигательные бомбы, легкая походка. Давай это пускай будет. Все. Обыщите лес в поисках следов затерянного города. Ого, ого. А шо, охота. Шкуры убитых животных придет для изготовления снаряжения и костюмов. Что это такое, блин? Дерево нахуй не надо, и все надо. Перья для улучшения оружия, тура древесина пригодится для улучшения оружия и лагеря, и изготовления стрел. А мы что тут типа жить уже будем в этом лагере вонючем? И что мне делать нахуй? Кия нахуй. Никто не понял, но очень интересно. Что это за ветки, блядь? Что мне с ними делать? Ладно, нахуй. Я нахуй. Нихуя. О, олень! Сука. Она как бы сидеть умеет, либо присесть, там красный такой. Бля, зайчик маленький. Ты че, башка? Эти руины монгольские. Что это? Блять. Ладно, хуй с тобой. Шо, вот там что-то есть наверху, я видел. Сундук или что-то. Какая-то шляпа. Корона киевского князя. Киевского, нихуя себе. Как она здесь оказалась? Да ну да. Да лень, ты шо, блин? Дурачок, что ты бегаешь, блин? Твоего друга ебанули только что. А, это может вот так вот будет, понял. Теперь я все понял. И что тут там? Ну я добрался типа куда-то. Сюда. Смысле, блядь. Охуенно. 4 стрелы заебательно. Блять. Нахуй снег, нахуй. Все, дальше сейчас пойду, блядь. Заебали. А ну. Иди
очко. Исследуйте руины. Хорошо. В смысле, что-то... Она сама, типа, что, краса такая. Что, мы ствол нашли? Нет, раса. Так у нас есть уже раса. Ты шо? Иди ты нахуй. Ну тебя в пизду. Нахуй. Я хотел всего лишь посмотреть назад, как ты там бежишь. Маленький пидор. Вообще большой пидор. Подсказки тупорылы не написано. Это пиздец. Лара, дверь опять тебе не нужна, я вижу. Да так же быстрее, папа. Иди сюда, обезьянка. Готовишься к новому приключению? Да, к величайшему. Ну, а я решила, что я стану твоим помощником. О, правда? Ну, в другое время я бы взял тебя с собой, не раздумывая. Но эта затея, она слишком опасна. Лара, послушай меня. Однажды ты оставишь в этом мире большой след. Я буду тобой гордиться. Сейчас, милая, мне ответить надо. Все, поспали. Надо раны перевязать. Соберите ресурсы, обработайте раны. Лекарственные средства для преодоления следа. Листья должны остановить кровь. В парке понадобится травы. Вот. Вот это травы, походу. Нужна какая-то повязка. Ищи повязку. Травки, травки. Ягодки. Повязка, он висит, пока не стоит. Заброшенный комплекс времен холодной войны. Какого черта тут делает Троица? Сойдет. Увеличение. Все, полностью все виски. Опять монгольские руины. Кажется, о, дорога идет насквозь. Надо миновать медведя. Отыщите способ одолеть медведя. В смысле, нахуй, ты шо, блин? Еще обратно пиздовать, что такое? Эти грибы, это бледные поганки. Из них можно сделать яд. Яд для стрел.
дальше тут ничего нет. А если я вот так пойду? Опа, хуйня какая-то. Гуманитарная помощь. Прикольно. Улучшение оружия в лагерях из детали самодельных гранат. Окей. А ну мы уже знаем, что резкий... Монгольская письменность. Не могу разобрать. Мы ж грецкий учили, грецкий, я говорю, греческий учили. Это монгольская. Уйди. Понятненько. Зайчик. Ладно, не буду тебе пиздить, мне там медведь, блядь. Я ему пизды дам. Так, а. О, грибы. Че тряпки искать, ебать. А мы хоть не в берлоге у медведя, нахуй. То он сейчас, блядь, приплесючит, нахуй. О, монгол валяется. Побоище в гробнице пророка многому меня научило. Мои братья мертвы, убиты все. Понятно. Ну, всем пизда. Опа. Еще одно. Где тут, может, это или мне папага проключил, а вот еще одно. Хуй день. Блять. Майнкрафт нахуй. Здравствуйте, блядь. Да я знаю, я еще бы что-то подошел. Так, вернулся к лагерю, лучше стрелять, где мой лагерь, блядь. Хуйня, блядь. О, мистер Олей, привет. Тебя сорокотал. Прости, пожалуйста. Вот ты рядом с ним лагерь бегаешь. Ой, я себе ты, блин. Тип. Так, для стреления отравленный стрел пройдите в меню рюкзак. Боеприпасы. Бесшумные стрелы, отравленные стрелы, да? Что-то из этого теперь да получится. Надо вернуться в лагерь и попробовать. В смысле, а я где, блин? И чё? Ой. А, не грибов, типа? В смысле? Блин, даже не понял нихуя. Навыки. Охота. Стрелы обратно, нахуй. Где-то ору. Надо отдохнуть. Давай. Холодно. Пока тебя медведь не сожрал, не жарил там.
Нет, это вы слушаете меня. Это открытие слишком важно. Плевать я хотел на свою репутацию. Не смейте мне угрожать после всего, что я... Алло! Алло! Пап, что случилось? Идиоты! Ты меня пугаешь. Я близок, Лара. Близок к очень важному открытию. Когда-нибудь ты поймешь. Не хочу я ничего понимать. Хочу, чтобы ты перестал. Будь снова моим папой. Погнать! Сейчас я вам пиздюли. О, мой кастр, походу, видели. О, сейчас я у тебя стол заберу. Ну, охуеть, ты молодец. Обстановку, прием. Мы нашли еще один лагерь. Угли еще теплые. Они где-то рядом. Прием. Связь все еще не важная, так что держитесь вместе. Надо их найти, пока они не устроили новый набег. Понял. Прочешем всю территорию. Че ты договорил? Может, я пиздом? Пистолет. Можно забрать. Блядь. Это соберу, пускай будет. Ну, в смысле, блядь. Чё, пистолет мне дали, блядь? Суки. Центр, мы расходимся веером, ищем след. Вас понял, но мне кажется, они отступили. Главная задача — найти пропавший разведотряд. Потом допиздишь. Сожгите мимо солдат Троицы или победите их и доберитесь до пещеры, короче. Короче, что там? Можно еще? О, оружие. Оружие. Опять можно. Стрелы. Что это? Оплетка, блядь, время удержания. Подпись. Пускай будет нахуй. Лук — это всегда хорошо, нахуй. Всем. Местные поставили ловушки в просеке. Они рассчитывали, что мы пойдем за ними. Черт. Они не отступали. Это был ложный маневр. Они еще где-то там. Все? Рингер убит. Надо его оттуда снять.
Палатки, мой дорогой. Место, ну хуй вы место хуяли, китал. Хватай, бери. Ебать, а хули их рассказывают, три человека, блядь, было. И то одного все равно надо убить. Да. Мне кажется, может, его не надо было убивать, блядь. А вон кто-то пройдет. Попробуй вызвать штаб. Последний раз оттуда сообщали о нападении, а потом все затихло. Это было через пару минут после боя у развалин. Затем они отступили от штаба. Скоординированный ложный маневр. Они растягивают нашу силу. Разведка обосралась по полной. Никакие это не крестьяне. Укрытие! На нас напали! Спешите. Сука. Дауны, бля. Да, блядь. Нас все больше. Я один из первых прибыл на старую советскую базу где-то в Сибири. Теперь люди прибывают каждую минуту. Константин выступал перед новичками, а я стоял позади и смотрел. Обожаю его слушать. Никогда не надоедает. Это не то, что какая-то религиозная болта... Так, так, так. Что, у нас тут генератор какой-то? А что его можно... А что он, блядь, подсвечивается? Все, до сих пор не можешь. А, надо ту бабу, походу, найти. И она нам расскажет, как эту письменность читать. Она же там монголка. Мы так залезли, наверное, нет. Не, ну, почти. Тут. Где ты, бля? Дали эти медведя. Сейчас нахуй. И пасос строит. Бля, что, серьезно, к нему еще в пещеру надо пиздовать? Слишком тесно. Лучше выманить его наружу. Выиграла время. Для изготовления улучшенного снаряжения, пошива особых костюмов, улучшения оружия в лагере. Ну, давайте. Нихуя с тобой. Шкура, в нем, блядь, жить можно.
смысле через пещеру. Я правильно понял, ну да. Через пещеру. Ну, грибочки похаваем. Шкуру, блядь. Прорыв. Топох. Блядь, деталь пистолета, вот, блядь, серьезно? Там чуваки, блядь, с калашами ходят. Деталь медали, блядь. Я хуею. Что за, блядь, дичь? Пройдите по монгольской тропе в поисках следов затерянного города. По монгольской тропе. Красивенько. Холодно будет. Блядь, а, это мне еще типа заставляет понырять, но я сейчас тут холодно буду. Наконечник стрелы из кости. Похоже, монгольский. Чуть больше опыта вы выводите строй или убивать врагов самодельными переносными предметами. Византийская боевая галера? Блин, она по себе как попала. Это монгольский. Они прошли здесь. Затерянный город наверняка близко. Там что-то есть. Сейчас узнаем. И что, надо как-то расколоть лед. Как это сделать? Залезть походу надо. А что, так нельзя залазить? Почему? Ну, блядь, типа надо двойным прыжком только, сука. Ой, блядь. По-моему, далековато, да? Ну-ка попробуем. Ой, получилось что-то.
получилось, а тут чего-то. А почему, блин? Должно все получиться было. Надо как-то расколоть лед. Веслом можно взобраться. Византийский медальон. Очень красивая эмаль. Прикольно. Хорошо, тебе понравилось. Дай. Сука, хоть не упала, слава богу. Яичко. Тропа, блядь, монгольская, ну. Ты не замерзнешь тут? Не то, что яички, блядь, все, что хочешь, можно отморозиться. Советская база. Хуя себе. Ну, наверное, пока все на этой серии. Потом глянем, что там дальше. Так, ладно, пошли к кастрику, тут посидим. А, не посидим. А, подружка. Я тебе не враг. Это мы еще посмотрим. Ты убила тех людей. Я убивала, чтобы выжить. Как и ты, подозреваю. Сколько они уже здесь? Несколько дней. Многих из нас взяли в плен. Лучше уходи отсюда. Пока не поздно. Я не могу. Я пришла по важному делу. Как и они. Еще раз тебя увижу, сажу стрелу в глотку. Мы с тобой на одной стороне. Я постараюсь это доказать.
Что там происходит? Итак, тут живут люди. И живут, похоже, давно. Десятки, а может и сотни лет в изоляции. У нее на платье был узор, какие были распространены в Византийской империи. Неужели это потомки учеников пророка? Что им известно о затерянном городе и святом источнике? Ясно, что Троица сделает все, чтобы это выяснить. Кем бы ни были эти люди, боюсь, они в большой опасности. Надеюсь, поговорка про врага моего врага окажется справедливой.